Но удачи. Стали крайней участницей моей команды. Но я вам хочу сказать, я-то думал, что я поворачиваюсь ко взрослой чернокожей женщине. Вы совсем другая. У вас такой голос, он совершенно не ассоциируется с вашей внешностью. Очень крутая. Как вас зовут? Откуда вы? Нина Цнобыладзе из Грузии. Из Грузии. Класс. Мне 23. Так. В Грузии я пою. Уже много лет, так что... 23 и уже много лет поедете? Не так уж много, но много лет для меня. Для вас, я понял. Кто-нибудь из семьи, кто тоже занимается музыкой? Моя семья все такие артисты. Папа подтанцор, мама тоже музыкой занимается, бабушка тоже пела. Большая бабушка тоже пела. А папа танцует где, в каком-то... Да-да-да, это Сухишвилебе, он танцевал когда-то. Сухишвили? У него уже 70 уже, так что... Он больше не танцует. А про бабушка? Про бабушка Тамара Теретели, если вы знаете. Да, вот конечно. Такая известная певица была. Низкий поклон вашей прабабушке. Да. Ничего себе, у вас знаменитая вообще фамилия, у вас знаменитая семья. Моя фамилия означает знаменитая. Да? Класс! Правда. Вот так. Слушайте, чем больше вы говорите, тем больше я завидую. Потапу. Надо нажимать на кнопку. Очень, мне понравилось очень, как вы пели. Я очень волновалась, правда, но я не знаю, это все-таки конкурс, потому я Ты очень чувствуешь все-таки, да, вот симпатичных девушек, да? Я не знаю. Как-то чувствуешь, это да? Моя судьба. Красотка, наверное, умница, талантливая. Красавица, да. И не комсомолка, спасибо. И не активистка, а певица. Вот это собирай. Класс. Собираю тебя к себе команду. Я поздравляю. Можно поцеловать вас? Конечно. Сестру, да? Какая вы красивая. Спасибо вообще. Это Джамала, это Сережа Бабкин. Очень здорово пели. Правда, у меня просто осталось одно место. Черт побери. Тина Карен. Очень приятно. Помните, я проведу вас. Я поздравляю. Я надеюсь, вам понравится в моей команде. Конечно. Такая женственная, хрупкая, вообще маленькая. Вообще нереальная. Я влюбилась.
Она возле Потапа Дюймовочка. У нас есть с чем с вами поработать. И вы последняя участница моей команды. Я вас поздравляю. Вперед, я вижу, там уже вас встречают с цветами. Молодец. Класс. Ура, я все, я закончил набор. Ура, ура. Слушай, команду. Ура. Ребята, спасибо. И ты нашел Дюймовочку. Спасибо. Дюймовочка. Да? Она Дюймовочка. А как она говорит, послушай, маленькая, но удаленькая вообще. О, слушай, Ара, поздравляю тебя, да? Спасибо, дорогие. Не но. Милости просим. Дякую. Дякую тобі. А ты теперь вот так сидишь? Я теперь катаюсь с вами. Но я теперь смогу подсматривать. Какая она выдержанная, как грузинское вино. В 23 говорить о том, что я уже пела давно. Давно, уже да. Выступаю. Ребята, 4 места осталось.